Опасно, несколько ударов пропустил сейчас Марк. 30. О. Taong 2017 ay isang mandirigma mulang Mindanao ang unang dumayo sa labas ng Pilipinas at naimbitahang lumaban sa bansang Russia. Ito mga bay ay si Glenn Atay Enterena ng Cagayan de Oro at sa labang ito ay bit-bit ni Glenn ang record na 10 wins with 7 knockouts na may isang talo at isang tabla. Makakalaban ni Kabayan ang Russian champion na may hawak ng tatlong belt ng WBO Asia Pacific, WBC Asian at Russian Championship belt. Ito ay si Mark Orvanov at may kartadang 9 wins with 6 knockouts at may isang talo. Gentlemen, listen to my comments. Check case. Good luck. Sa mga paisa-isang suntok ni Kabayan, ay pinag-aaralan nito ang magiging galaw ng kalaban. Professional kung lumaban itong Russian champion at hindi basta-basta kung sumugod at nag-aabang lang ng butas para maka-counter. Outer spirit, после этого правый нокаут. Хорошо он прибавил вот, в защите корпуса, мы к работе на острие дистанции. Хорошая атака. Заключительные три того раунда. Легко поймать начало атаки Марк. Unang nakakonekta si Kabayan sa pagbabalik ng laban, pero kapansin-pansin ang agility ng Russian champion at para bang ang dali lang nito makailag sa mga suntok ni Glenn. Филиппинский боксер. Это длинно бьет. На этой дистанции ищет он момент для хорошей атаки. Расстреливает джебом. Почувствовал вот те удары, под которые. Второй раунд. Sa pagtunog ng kampana dito sa pangatlong round, ay nag-init na si Kabayan at nasasabayan na nito ang liksi ng kalaban. Yan, Enterina тоже взял, я думаю, это того плана, который Марк совместно, хороший удар, сейчас Марк Урванов через руку своему. Хорошо попал, сейчас Марк Урванов, двух джебов правым через руку. Потрясающе быстро летит время, когда мы видим уже подход. Ангел сейчас вперед. Тянет на себя. Бьет. Интерина выбрал сегодня такой филиппинский боец. Пока складывается очень так для обоих боксеров. Интерина. Это, мне кажется, готовит. Это мое субъективное мнение. Конечно, боксер в ринге. Лени Интерина, ногти у Марка Урванова. Это было 5-го раунда. Вот это как раз был тот момент, когда потерял здесь равновесие Марк. Но тут слишком оказались вместе ноги у Марка Урванова. И потеря равновесия. Начал смещаться на ногах Марк. И потерял немножко равновесие. Конечно, видит больше ударов. Интерина очень. Заметьте, на корпусе. Опасный удар. Лени Интерина. Бойца. Хорошее попадание сейчас от Марка джебом. Хорошее попадание. И тишая двойка. Попадает Марк. Левый. Хорошо ушел сейчас от прямого Марк, но не было контратаки. Атакует. Филиппинский достигает цели. Хорошо сейчас филиппинский боец. Те удары, которые донес до цели Марк, мне кажется, сказались. Своим видом. Гленни продолжает свою стратегию Марк. Он двигается на ногах, кружит своего соперника и выбрасывает удары. Седьмой. Ну и посмотрите. Своего соперника ушел. Два удара от Марка достигают цели.
опасно сейчас проатаковал Лены Дерина. Снова. Немного больше на. Отлично, несмотря на то, что пропустил скользящий удар. Дерина, он слева. Но не успевает Марк. Разрывает дистанцию. Просит концовки из угла у Марка более активной. Sa huling tatlong rounds ay nakikitaan na ng pagkapagod ang mandirigmang Rosso. Yumayakap na ito sa ating kababayan at tumatakbo't umiiwas makipagbasagan ang mukha. Dito nga sa final round mga bay, ay tutok ang mga manonood at kinakabahan sa estado ng kanilang pambato. Lumubayad sa kaga. Действует. Что поджал линии Терина. Фанатом Марк Урванов. Вот здесь нельзя стоять, надо работать. Провала что-то ударить будет Марк. Но хотя... Хорошая атака. Затруднение попало. Вот возможно и надо хороший слово удар под размашистый крюк. Билша, но пошла заключительная минута 10-го раунда. Здесь, конечно, надо работать. Менять на судейское решение, если бой дойдет до судейского решения. Опасно несколько ударов. Пропустил сейчас Марк. 30. О! At sa пинакахихинтай ни кабаян, mga bay, мула sa kanyang right uppercut, ay nahilo ang Russian fighter at napabagsak niya ito sa lona. Концовка 10-го раунда. Pero walang sapat na oras na at kahit hindi na sumusuntok ang kalaban ay na-save by the bell pa ito. Igot. Sa pagtatapos ng laban mga bay ay itinaas ni Glenn Enterina ang kanyang mga kamay habang nananatiling tahimik ang mga manonood at may kaunting pumapalakpak. Duguan ang ilong nitong Russian fighter mga bay at parabang dismayado sa kanyang ipinakitang laban. Punta na tayo sa scorecard ng mga hurado mga bay sapagkat dito talaga nagiging kawawa ang ating mga boksingero. Lamang man sa halos lahat ng rounds ang Pinoy ay naging unanimous decision pa rin ang hukom ng mga judges at pabor ito sa kanilang alaga. Natalo ka man sa labang ito kabayan, pero ikaw ang tunay na nagwagi sa aming puso. Maraming salamat sa pagwagayway ng bandila ng Pilipinas. Daghang salamat mga bay at hanggang sa dulo ay hindi pa rin kayo bumibitaw. Nais ko pong malaman ang iyong reaksyon sa ating video. Paki-comment na lang po sa baba at babasahin po natin yan. Daghang salamat, mabuhay tayong lahat.